если ты выносишь, дает тебе каплю свободный танк. Ром хил дает танк свободный каплю. Мы же первую убивали же. Ну убивали, видишь, шаман. Я же вам объяснил просто, как ставить, как именно. Ну, ты показать. Каплю дал шаману? Нет, я не дал. Ну я же тебе сказал, честно, дай каплю лачданана. Я не расслышал. А кто с ним рядом замерз еще, скажите? Кот. Кот, ты что, не знаешь, что отходить надо? Вот, пожалуйста. Шамана убил. Да вы что гоните? Шамана убил именно кот. Потому что две глыбы, один из них умирает. Вот и все. Да, если две шаман глыбы, то умирает раньше. Шаман не от капли умер. Шаман умер от того, что от друида. Шаман умер, потому что от него кот не отошел. Потому что на первой фазе, если вы две метки ставите рядом, умирает одна из них. Под спятки, соответственно, умрут те, кто будет не в ранже. Вот, объясните коту, чтобы он стоял на прейме, чтобы его не откидывало. Вы что, сами не можете почувствовать дистанцию, блин? На которую нужно дойти? Ну, Егор, видишь, что происходит? Что еще можно сказать? А ты этот, а ты все фазы бьешь, босс? Естественно. Я стою, я на первой притяжке бабла даю, стою, бью, и при каждой возможности я тупо стою, бью это, его. Ты видишь, что не хватает нам процента полтора до перехода? Да, снимай, нету ДПС. Снимай нахуй свою агро, блядь, ДПС по полной, а перед второй фазой агро прожми. Ну понял эту хуйню? Я по полной все прожимаю, Егор, я даже танчу справедно. Вот у меня крылья по КД уходят, я получил макро свой. Ты не я... понял. А что? Ты снимаешь на весь бой праведное неистовство, а перед второй фазой его выпаешь, только ДПС по полной. Давай так. Ты его снимаешь сейчас, пула? Ты его снимаешь? Пиздошишь все три взлетки, а потом, когда ты обратно свое праведное неистовство выбываешь. Вот и все. Хорошо, давай так. И не будет, проблем, блядь, что ты огромный. И это как раз ваши полтора-два, даже на 3-4%. Ну, слушай, не знаю, давай попробуем так. Я как бы каждый бой, каждый трай, я все время бил. Машка, сейчас я подойду, я тебе написала, не спустись надо. Ты долго? На сколько ты уходишь? Перерыв может 7 сделать тогда? Сделаем, давайте, давай. Давайте прервемся. Давайте сделаем перерыв. Вот реально. Сейчас будет перерыв на... Сколько вам? 5? Давайте 6. И обморожение, ребята, ну, хотя бы на десятки набирайте, ну, 4, 5, 7. 4, 5 это все. Нормально будет. Перерыв 6 минут. Делать что хотите. В 22.10 подтверждаем чек на ФК и баф. Отдыхаете, и так уже сидим 2 часа. Все, я отошел. Да, ну 5, да. Вот, Егор правильно пишет. Тряпкам по 5, то бишь кот, а лат ему вот по 7. Стоп. Вот это латы по 7, это неправильная цифра. Я знаю точно, что я в кольчуге умираю от 22 стаков. Причины то есть 22, я могу делать братан, 15 стаков, но это насилование хилов. Я собираю 7-8 стаков, скидываю, больше не накапливаю. Потому что больше это нагрузка на хилов. Можно и 15 делать, но это реально будет минус в хилов. Блять, так и написал 7, чтобы хилов... Ну а все верно, просто этот коту 5 стаков, коту больше можно. Ну реально, да. Не, базара нет, коту можно идти. Он, блядь, не ваншотался. Базара нет, если он там будет все делать, пускай 10 набирает. Но если он, блядь, перебирает, 10 перебор. Для кота 15 стаков это шот. Я тебе объясняю еще раз. Он будет набирать 10, но перед скидкой уходить в медведь. Он не будет шотаться. Если он умеет это делать, не вопрос. Если не умеет, ну эти... Так там вроде не от этого зависит, не от медведь или кошка. Оно зависит от шмота, который... У него в медведе ХП больше. Так оно ж не по ХП, оно по проценту бьет. Да, тяжело. Ладно. Просто я не знаю, вы метки так интересно
босса, блядь. Проеб ДПСа идет. Вообще всю жизнь выносили первую влево. РДД не переключается в глыбу. Играет только, блядь, два милика разбивает глыбу. Вторая под босса — это притяжка. Третья влево. РДД не переключается. Четвертая босс. Всю жизнь так было. Даже сейчас при идеальном раскладе, блядь, просто у босса 4 ляма мы падаем. 4 ляма это очень дохуя. Не на второй фазе. 4 миллиона это очень много. Всю жизнь играли, блядь, первая, третья, пятая, седьмая. Все это влево выносится. Для чего занимались глыбой, а РДД, ДПС не проебывали. То есть ШП, МАК играю чисто. Все, я пришла. Быстро. Любая метка, которая четная, вторая, четвертая, шестая, восьмая, выносится под босса под фул захилом. То есть любая метка должна быть на фул ХП. И как раз в этот момент, когда выносится вторая, четвертая, скидываются все стаки. И у миликов, и у РДДшек. Притяжка вторая, шестая, десятая — это притяжки. Проблема в том, Егор же на второй фазе постоянно все были освобожденки на нас вдвоем с... одновременно. Все. Блять, ну давай, блять, вот Ладждан, ты вот мне пишешь, давай откровенно. Да. ШП может в тучке выносить. Рыдов может... Он делает это. Вары толстые, вар не упадет, он толстый. На крайняк можно, блядь, успеть врубить глухую оборону. Понимаешь, тут ситуация немножко другая. Реально, Синдра на Сириусе, я просто слышал много очень мнений людей, которые доходили, ну, мы до того, как ее первый раз убили, мы с очень многими людьми, я ее траил. И я слышал, вот одни говорят, что у них вот так, другие вот так. И все упираются в то, что реально, вот все, кто до этого убивали Синдру, все говорят, она, сука, она другая, она хреновая, у нее фрейм жирнее, она по-другому бьет. Отсутствие бафа — это сильнее нагрузка по хилам, еще что-то. Вот глыбы не так, непонятные мили какие-то косяки, некая двойная притяжка иногда, если далеко стоишь. Я ж не просто так подбегаю. Смотри, тут совокупность всей вот этой херни, которая происходит, людей немножко вгоняет, пока люди не привыкнут во всей той пурге, которая здесь происходит на Сирусе, на ней, они ее не будут бить. То есть люди привыкли ее убивать по старому ее сценарию. Когда у них нет вот этих всех приколов, что она сдвинулась, подвинулась, не так прилетела, пока люди не поймут, что это другой босс, это не та Синдра, которую они валили, ничего не поменяется, понимаешь? Хуйня, все. Здесь сервер требует просто от вас уникального знания вашего пользования всех, а не так, что, блядь, на X5 или на X10 ты приходишь, половину не тыкаешь. Я тебе за мага скажу, мага агро скидывается на время действия иллюзии. Как только иллюзии закрываются, сразу все агро, которое он набрал, ему восстанавливают. Для этого всегда делал, блядь, буду бывший ГМом и РЛ, заставлял магов за 2 секунды до окончания иллюзии. Агро. И никогда у меня маги не просили сальву. Я их заставлял за 2 секунды заканчивать за этим. Как 2 секунды до конца иллюзии. Ты уходишь в инвиз, и все, ты без агро. Не скидывают иллюзии агро. Они, как только иллюзия заканчивается, все. А набрал он очень дохуя. Все оно возвращается. Здесь требуется знание класса. Вот я тебе могу за мага сразу. Ну, маг молодец. Ну, в целом молодец. Чё? Ты понятно, что говорится. Ты жмешь инвиз за 2 секунды до притяжки, и, блядь, на гро нет. Все нормально. Так и делали на X1. Некоторые особо прошаренные за полсекунды до притяжки жмут глыбу, скидывают стаки, если они есть, и не притягивают. Вот. Паладин от бабли тоже не притягивают. Я могу за каждый класс рассказать, что делать. Но просто этот сервак требует знаний. А он именно требует на каждом боссе данной определенной ситуации прожатия тех или иных кнопок. У вас рейд просаживается на второй фазе. Я еще ни разу не слышал команду гимн на ХП. Просто вытянуть рейд из жопы, просто гимн на ХП.
чтобы вытянуть рейд из жопы. Давайте вот как минимум с этого начнем. Все готовы? Булки едим, спускаемся. У вас очень большой проеб ДПС идет, только в глыбу, все нечетные глыбы ставите под бот. И РДД не... А потом, блядь, пока они навешивают дот, пока они про ДПС, это идет про время. Так быть не должно. Никогда мы так не убивали, блядь. Первый фильм на такую, все выходили по лапу, и последний... Убивали мы здесь Синдру в глобалах, блядь, у меня пол рейда. Да я этой Египте помогала, мы убивали, как обычно, лево-право, ну, лево-середина. Да, Лимон, мы так убивали лево-право. Просто РЛ не я молчу. Но то, что вот это происходит, это просто проеб ДПС охуительный. Галсак. Нет. Лича мы не убили тогда, только по одной причине, что Эллу, Честер с Белкой просто не вытаскивали, уровень шмота не позволял. Просто на второй фазе они садились в дрова, нахуй. По левой стоп. Вообще стоп, всегда так стоп, по правой все стоп вообще. Сейчас смотрите, тогда первый мет вынесем влево. Ставлю на себя звездочку, покажу вам, куда вносить. РДД будут играть клепы, которые будут вносить все влево. Под ним будут играть медики. Два вара. Знаете? Рост? Нет. Чего ты сказал? Сальву говорю, раздайте. Мульты дал. Магу дал. Мама уже, если он сделал так, я ему сказал, она уже не нужна. Его вообще не видно, даже ниже меня. Я на что мне? Я сказал, что она, он уже все. Если он сделает в начале игры правильно, больше... Давай сахар. Может забыть, что он здесь агро сорвет. Просто, ребят, мне не трудно подсказывать, вы спрашиваете. То я смотрю на эту ебалу уже 5 траев, понять не могу, что у вас происходит. Нет. Боу, кожа. Метки осторожней, не дотуйте их. Видите, лучше оставить так, у вас хватит трех миликов. На левой дота добьет. Аккуратно. Прикольно. Муса, БР, Белку. Бафнули сразу. Каску, крепкость, баф, лав. Минус бам. Минус БР. Тяжко сейчас будет. Вы чувствуете, как ледяная
Нет. Турбомульт. Раньше. Кстати, мы могли провести для будущего. 30к углыб, убирайте руки с клавиатуры, что вы убиваете. А просто дотами не должны быть. Левая, стоп, за спиной. Часто... Четвертый слева, впереди. Слева. Так, что еще поставим? Рост, рост. Геру. Рост, да. Геру, конечно. Честер Сальви мульт. Припишите смертные, ибо ваша шалкая магия теперь бессильна. Прожал. Угу. Руки мульти от... Вторая фаза скоро. Метку выносим в первую. Вот сюда, видите, где я так. Да и ну нахуй я ебал. Вот как играть-то теперь, блядь, четвертая взлетка, сука. Турбо, мульти, метки. Я хуй знает, есть ли смысл еще травить таким ДПС. Не хватает его тупо. Давайте будем учиться метки носить. По левый стоп вообще. Брали руки от меня. По правой тоже стоп. Сливаем. Могу каплю отдал. Мало ли что. Включаем крылья, там все говно, что есть. Стекаем. Мосса, иди сюда, где я. Вот, сюда иди. Мосса влево. Шипы, отойдите от нее все двое, сейчас замерзнете. Сейчас Синдра дернется. Пизда, скидываем, ставим. Ну, дальше дальше, дальше. Синдры, рейд, отойдите. Ставьте дальше. Мульти. Отошли от мульти. Кроме под морды умер. Падайте. Я понял. Мосса, а зачем ты вперед шаги делал? Ты что, непонятливый какой-то или что? Зачем ты ее вперед тащил? Мосса, я выбежал налево. Почему-то не вынес метку налево, опять же. Видишь, я говорю, человеку вынести. Какое лево, о чем ты говоришь? Люди даже не могут. Боссу сейчас поднес метку вынес. Ближе. К боссу поднес. Вы что, не понимаете, что происходит? Мосса, ты тут? Даем реснемся, бафнемся. Эти синдры не поставили, блин, вы, короче, не чувствуете эту дистанцию. Капец просто, я не знаю, как вас научить. Метки вроде ставили. Макс, скажи мне, да ты сейчас сделал... Я не слышно было вообще. Мак, ты здесь? Тебе сказали, что тебя не слышно было, повтори. После слова сделал, не слышно было. А, ну ты этот, сделал, как я тебе говорил? Да, и не первый раз так делаю. И агро все равно до 90% поднимается. Не знаю, так у меня что... не было. Мне после третьей сальвы только агро застопорилось на 83% и больше не поднималось. И это, скорее всего, меня просто уже багануло. Ну, хз. Но это в лучшую сторону. Конечно, это лучше, чем срыв. Сейчас будем
играет по сальву. Боже, катан. Дайте ДПС рейдер. Ёбаный в рот. Это пиздец. 36. Ебать, как же это мало. Мне за 5 трай 38 есть, блядь. 30. Да это очень мало. Ни о чем. Вы пришли на синдру, ни одного даже восьмика нет. С бордёнка может стопать. Мы не убьем с таким ДПСом. Она у нас улетает. У нас как бы, ну, есть, были вот нормальные три трая. Она у нас все три трая улетала на четвертую взлетку. Есть ли смысл траить дальше? Просто это... Если так, нет увеличения ДПС, хотя бы до 40. Смотрите, вы собирали мили рейд, а и под мили подстраивались. И без... Ну, как видишь, у меня был рейд на X5. Я собрал рейд, у меня РДПС был 180, не смогли 40 убить. Ой, не 180, 165, это пиздец. На X5 на Альянсе. Я был в шоке. У нас здесь тоже нужно минимум 40 хотя бы, чтобы было 3 взлетки. Вот, 100% у тебя вот. Я там видел, смотри, там больше было. Кого? 40, блядь. Полтинник, блядь, ну 40. 40 и выше нужно, это вот минимум. Здесь блин. С таким ДПСом мне их выловить потом. Выше 38 не было, и все равно она улетела на 1%. Есть маг, есть ШП, базара нет, но у них надо сову. Лока. И сову, проклятие стихии, блядь, сова со своей... Проблема в том, что маг и ШП постоянно стоят в освобожденке. Первую фазу, а вторую фазу мы с Честером стоим и хилить нормально. Ну, как обычно, что ты удивляешься. Взял мага. Я потанчу, Ауди придется посидеть. В смысле? Ну, посидеть, отдохнуть. Да не вопрос. Вон, мага взял. Думаю, что поменяется? Ну, да. Побольше ДПС. Там крополей-то не хватает. Не хватает 108 тысяч, чтобы фазу... Ну, 98, 108 тысяч, чтобы на фазе оставить до четвертой взлетки. Если, конечно, здесь все осталось по процентам тоже самое. Правильно, проблема в Ауди, все согласен. Ну, в Ауди. Не в Ауди, в отсутствии ДПС нормально. Тут вообще, что-то я заметил, слабо все бьют, хотя и гир нормально. Турбо, да откуда пришел? Сов. Ну и на циркуле бы бывал. И на... связи? Знакомые здесь? Да, знакомые. Знакомые. Просто сейчас контента нет на офи. Вот я здесь. Mm-hmm. Да что это заебалось, Джейн? Ой, извиняюсь, убивать. Сколько можно? Мне говорит, что проблема в ДПСе, фури, который 4... Я понял. Нет, это тебе Турбойс говорил. А можно вопрос по сове? А что за проклятие стихии? Оно прямо так и называется или как-то по-другому? У тебя нет проклятия стихии, это у Лока. Тебя известный огонь. А за шаву? За сову что говорили? Ну, звездный огонь, да. Турбойс, у которого 4.6. Я понял. Я вас понял. Ну, у меня LM кривой. Да не, идите, мне чё.
Что ты пытаешься сравнить? Понимаешь, у нас есть танк, который плохо ДПСит в ДД. Ну, блин, понимаешь, мы убить не можем ее. Че нам из-за этого стоять? ДПСит. Танки ДД протопал не ДПСит вообще. Ну, практически. Нет. Да вы, блядь, не из-за этого убить не можете. А мы поняли. Ну, там знаем. Тактику свою пересмотрите. Нет, там ДПС реально не хватает. Вы вообще, что, блядь, думаете, что в один раз убили, все пиздец? Я объясняю еще раз. На второй фазе первая... Для чего это, блядь, делается? Это делается для того, чтобы РДД не теряли ДПС по себе. Тем более здесь у них ХП больше, чем на любом другом сервере. Пока, блядь, ваши РДД переключатся в голову, потом пока опять на синдру, пока они эти доты протикают, которые еще и время надо, блядь. Все это проеб времени идет. В этого элемента... Понимаете, я знаю, Егор, мы первый раз убивали точно так же. На второй фазе первая глыба влево, слушай, вторая под бота. Рассказывай, тактик великий. Ты ее положил со мной, блядь, и с белкой. И проблем не было. С третьего трая на вас упало, вы пошли на лича, блядь. Тут мне, блядь, будут рассказывать по 4,6 КДПС, что, блядь, проблемы в танке. Все понятно, хуля. Никто не говорил, что проблема в танке, по-моему. Когда у меня буря, блядь, с 238-го лока, хоть, блядь, проф, хоть чё, нахуй. Дискорд дайте, могу. Четыре РДД. Три. И два Америка будет. Посмотрим, кто из магов больше даст. Да он больше даст. Арканы здесь же. Тари всего. Если не будет освобожденка, постоянно висит. Ну мне освобожденку тупо нечем скидывать. Ну, два мага будет скидывать, по-моему. Аркан 256, вообще в шоке. Давайте, пацаны, я сейчас сделаю 270-й холипал. И буду давать ХПС. Ну, блядь, 2К. За нихуй. Димон тут? Угу. Все готовы. Мак где? Мак, ты слышишь здесь? Его нет вот здесь. Он вот стоит сзади. Вот теперь кто-то зашел, Enchantrix. Это ты, маг? Угу. Он, да. Сделай булок себе, будешь есть. Войд, давай, Эрель. Не, Эрель. Не все спят. Ну окей, пошли вниз. Эрель хилит, остальные булки едят. Глупцы!
ваши души! Трепещите, смертные! Ибо ваша жалкая магия теперь бессильна! Вы чувствуете, как ледяная ладонь смерти? Участвую магу сальву. По какому магу? По турбой. Метки. Слева, справа от дорожки. Ну вот это другой ДПС. 46. Сейчас убьем. Что получше? Ты в курсе, что когда там просто? Да, после того, как третий раз сядется. Хлеб, главное, не бейте раньше времени. Сливайте. Специально в этой точке ловишь, да, вот, прежде? Да. Поближе лови, не надо. Чуть-чуть, да, если вот здесь будешь ловить, вот в этом месте, видишь, где я прыгаю, она будет четко стоять прям в круге вот. Тогда вообще можно будет на острие выносить вот как раз. Давайте, бейте крест. Лучше. Бьем, бьем. Тянет шевешнишь. Твоя сакра, кстати. Так, и да. Завалим. Следующий мой. Нет. Как предыдущий. Два хилона. Ой-ой-ой. Вы знаете, да, что это значит? Ведь на ком-то освобожденка. Он я не стартует. Левый стоп, по правому стоп. Правый стоп, алё, прием, ладно, кто там бьет? Левая, сейчас разобьет. Чё, сейчас Геру, да? Даю? Второй, нет. Нет, следующий. Улетит 3 секунды до ты обновляешь. 47, прекрасно. В прошлый раз не было ниже 50. Честер точно на вам везет. Как звездочка. Сядет, как сядет, поставлю рост. Звездочка как ориентир для выноса меток на второй фаз. Давать нужно в столб желтого цвета. Бой. Ну тебе, Синдрак, да, будешь дергать, если надо. По глубам стопнем, за атаку тоже.
сливаем. Идеально. Стоим в желтом, на втором гер. Все пробки отдай. Все треньки там нажимные, педальные. Все есть. Педали пока без плей не дали. Меня ты в курсе как? Кейт, вы стоите в два раза дальше от Синдрича. Вторая фаза. В печенку отошли все. Мульт впереди стоит. Вот и здесь и стоим, где крестик у вас, поняли? Ближе нет. Лилис. Второй туда же. Неплохо. Отошли отсюда все. Его подбираем по чуть-чуть. Сливаем после каста и следующий ставим в это же место. Стаки скидывайте, хилы, освобождаем к ним стак, идти донат сюда. Скидываем стаки, сливаем склеп. Бегом, бегом, быстрее. Чантикс. Иди. Защита от магии льда. Иди. Сливаем. Следующий сюда же. Роми. Пойди-ка там. Сливаем. Сейчас притяжка. Стоп. Сливай. Трубой сюда давай. Нашли катан, уйди от него, ну Войт, ебаный рот. Ты заберешь ее или нет? Невосприимчивость. Я понял, ставлю туда как-нибудь. Туда же склеп сливайте. Все, вроде поставил. Отойдите от него. БЗ близко. Забирай меня, меня не воспринимаю. Забралась. Заносите чуть левее звезды. Чуть левее звезды. Мульт левее. Пиздуй. Ёбаный в рот. Гим. А чё не отошли? Что вы нахуй творите? Я не могу понять. Что это за хуйня? Хлеб, вы чё, блядь? Чантик в сторону. 20%. Не ложимся. Ещё раз. Смотри внимательно, пожалуйста. У тебя время. Вы можете влево относить одну глыбу, вторую. Вы заебали, отвечаю нахуй. Давай, когда будешь релить свой рейд, будешь релить. Значит, Лимон, у тебя на 4 часа раньше, чем у меня. Посмотри внимательно, пожалуйста. Если я пришел забирать босса, сразу уходишь. Не надо таунт нажимать на автомате. У боссов, когда после 3 таунтов, у них невосприимчивость. Диминишинг на таунты здесь. Не получится, понимаешь так? Внимательно с таунтами. Зачем вы постоянно одну глыбу постоянно в центр несете? И вообще не, ДПС вообще нету. Как вы собираетесь убивать вообще босса? Есть ДПС. Так зачем, блядь? Мы же убивали Синду с вами же. Первая фаза. Подожди, ты что, не русский что ли, блядь? Скинул стаки РДД, вышел из-за глыбы, дамажит. Глыбу ставят в одно место. Какая разница? Ты что, Войт, не русский, когда мы с тобой, ты был 235 или 238 протовар. Мы с тобой не русскими убивали просто эту Синду. Тем, что мы просто первую глыбу влево выносили. А милики разбивали именно эту глыбу, а РДД всекались в босса. Да пизды. У нас четвертая глыба, у нас 4 и
4 миллиона и 300 тысяч просто максимум. На 2 милика они спокойно разобьют эту глыбу. А РДТшники будут вливаться в... Ребят, от вас требуется только правильно стоять, где я вам показываю. А там требуется не тупить и забирать синдром. Вот и все. Даю каски всем. Давайте сделаем еще один, максимум два. До 11, да? У людей живут. И разойдемся. Дядь, успокойся. Бафы, каски кресты сейчас. Сейчас нам не хватает просто рыбы. Какой-то одной маленькой рыбки. Ставлю еще одну метку вам. Вот сюда. Сюда будете выносить первую, третью, пятый склеп. Вот и все. Второй, четвертый, шестой. И объясни людям смысл. Если синдра дернулась, фрейм надо выдержать. Если поставлена метка, это не означает, что надо именно в ней стоять. Ориентир, да, если синдра стоит в центре, если она сместилась влево, рейс смещается влево, метка тоже левее, и так далее. Все готовы? Правильно, я пошли вниз. Идем вниз, хилы хилите. Ешьте булки, все остальные, кто не хил. У нас на вторую фазу опять схема на лево, центр лево. Да, первая на второй фазе будет приноситься в печеньку, вторая в звезду. Так удал. Вы чувствуете, как ледяная ладонь смерти? Трепещите, смертные! Ибо ваша жалкая магия теперь бессильна! Здесь ваше вторжение и обманется! Никто не уцелеет! Справа, не бейте. Сливайте. Перетяжка. Твой деф. Нет. 46 тысяч ДПС.
Стоп, пацан. Сливай. Полетишь. Каску дай, пожалуйста, по мне. Алло. Честер кулак. А чё, её всё боя не было? Да вообще охуели. Убивателя, блядь. Ты переспекивался просто, вот и слетело. Так у меня тоже не было. Так я сразу двум бафу. Просто не было, наверное, когда ему бафу. Расклепанный там, это осторожно. Все село. Сливает. Геру. Остальных бафы проверьте на себе. Каски у всех. Первый мед выносится печен. Желтую. Вторая звезда. Вторая фаза. Пока объем рейд дальше отойдет. Пройдите 5 метров. Ходите. Там мультист, честер, вы уебывайте. Давайте сначала сюда поставлю, чтобы стать скинуть, смысла нет. Мою сразу сливайте. Вторую ставим сюда же, в звезду. Бьем ее до 50%. Белка, дубовую же. Дал тебе кап. Рейншот бел. Сливаем 50% будет. Следующий налево. Печен. Печенку вносите. Мульти печеночку. Угу. Раньше от него. РДД бейте. Играю по склепу, только не повар. РДД бьют синдру. Бьют синдру. Следующий выносим звезду. Энчантрик звезду. Защиту от магии льда прожми. Склеп сливай. Белка, дубовая жопа, Честер каплю ей, БЗ на... Быстрее, быстрее реагируй. Кот, отойди. Почему вы не отходите, сука? Оба склепа сливайте. Прожимок нет. Меняй его. Склеп второй слейте. Следующую звезду поставите. Склеп справа тоже слить. Бэр, давайте. Дальше В. БР Enchantrix. Следующий склеп, звезду. На мне. За меня встали все, в мага. Ага, супер. Падаем. И чё, дрочила с вот этой печенка, хуенка, нахуй? Как вы там проходите?
Вот как вы танка ранили? Лимон. Лимон, почему то в печеньку выносит, тактика на секунду меняется и начинает опять все по-другому? Потому что выносить надо ситуацию. Видишь, у меня первая метка. Мне смысл ее влево выносить. Рейду всему бежать. Я поставил первую, чтобы на вас стаков не было. Вторая — это притяжка. Я ж тебе сказал. Проблема в том, я объясняю, проблема в том, что сейчас с метками замерзают другие люди, которые не должны замерзать. Вот в чем проблема, а не у нас проблема. Понятно вам? Белка сейчас выносила второй раз. Кто с ней рядом замерз? Кто сзади стоял, не отошел? Там говорят, ходите дальше. Почему вы не стоите вот здесь? Почему кто-то позволяет себе стоять вот здесь и думает, что его не заморозит? Босс, я не запусти. Какого хуя происходит, объясните мне. Почему замерзают с меткой люди, которые не отходят от метки? Давайте с этого начнем. Послушаем этих лучших людей. Делаем последний трай, я ухожу, мне надоело это. Если вы тупые и не можете понять, где дистанция, где вас не заморозят, я не знаю, как вообще это объяснить. Сопрод здесь нахрен не нужен, есть ШП. Есть глыба, каждая вторая под босса, за которой вы скидываете стаки. А вы какого-то хрена тупите и не набираете рейндж от метки, которая выносит перед вами, перед носом вашим стоит одна, блядь. Рейд должен скидывать за каждой глыбой стаки. Весь рейд. Даже если выносим под морду, замерзает человек в рейде. Сейчас это произошло. Кто там еще не пришел? Кот, кот. Ты можешь бить со стороны морды и отбегать? Если ты со стороны хвоста бьешь, тебя либо хвост бьет, либо он тебя откидывает. Либо ты морозишься потом. Ну значит, если он сам хилит, то пусть говорит Ким на ХП мульти. Что, блять, видишь, про товар падает. Ты упал, потому что паладин замерз. Так бы ты не упал, было все хорошо. Вот это ваша хуйня, там одну в сторону, за одной не скидываем, за одной скидываем, это хуйня все, нахуй. Это все. Да не хуйня это. Это хуйня все. Вы не вывозите рейдсы, хилите, падает там. Мы вывозим. За каждый скидываете, за каждой глыбой скидываете стаки, и у вас рейд не будет. Ладно, короче, ладно, ребята, last try. Давайте убиваем, не убиваем. Нет, я ухожу потом, вот. Ну, значит, ты остаешься. Нет, я не останусь. Нет, ты остаешься, я буду рыгать. Эти лимоны будет. Влево сюда. Все готов, что? Каску дай. Кулак. Честер кулак. Я не даю кулак. А, бля, точно. Слышь, ты бухать. Чек на пол. Ты как так успеваешь уже нажраться? Пошли вниз все. Жрём булки, Макс. Здесь маги очень полезные. Едим сильнее. Заметьте, как Войд ставится. Сколько там траев у нас было. Траев даже сколько раз на прилет. Все время в одном и том же месте. Заметили? Профессионал. Поэтому и метку не меняет. Поэтому еще будет. Ну, если бы, блядь, сам видишь, что происходит. Если бы ДКБ, нахуй. Мой. А я сака. Вы чувствуете, как ледяная ладонь смерти? Трепещите, смертные! Ибо ваша жалкая магия теперь бессильна! Здесь ваше вторжение и окончится! Метки. Несомненный прогресс в том, что вы умеете молча теперь убегать от глыб, от бомб.
Я поклавим скрипт. Это очень хорошо, что вы сами смотрите по сторонам, контролируете ситуацию, даже если РЛ нас. Залупай ты, Честер, упадешь опять. Что милики не должны там делать. Потом Честер для меня сразу. Честер, если сука ты напечатаешь и что еще что-нибудь до убийства, я тебе реально, блядь, ГП въебашу. Понял? Стоит там, печатай, блядь. Турболи. Что вы давали? Мак прикаунт на шестом месте. Четвертое, шестое место. Склеп разбивайте. Тяжко эти моя сак. Да на, а вот это там стоит на лед или что? Стоит, не стоит, там поставь плюс. Сейчас подчеркиваю это там источник. Дистанция. Там гнева, там гнев воздух, а, туда я ауру. Нет. Мусор умер. Правая стоп вообще, вообще стоп все. Убегайте. Сливаем. Белочка. Как так? Стоял чуть правее фрейма. Моса БРБ. Не полностью спрятал фигурку. Уже ошибку допустил, как Лэч Демон. На прошлом. Рост. Вернем мост. Рост, да. Да, ну Берника, да. Как откатится Берника, не перед. После притяжки. Она притянет. Притяжка 3 секунды. Друидом класс. Метка влево. Следующая подбор.
Честер. Я вот, наверное, так вот. Разбили Честер. Ах, умер. Метка белочка вперед. Ну и сюда нормально тоже. Сливаем метку мельче. Продолжаем друг друга. Ясно, следующую. Так, ну и без хила следующую. Можно, блядь, вообще ничего можно делать с мертвым. Нет, я ухожу. Нет, я ухожу. Нет, я тоже ухожу, всё, надоело. Ребят, я всех предупреждал, что максимум рейд до 11, это было 4 часа на рейд. В принципе, достаточно. Прогресс, ну, такой себе прогресс. Прогресс на фазу без смертей нужно отыгрывать всегда. Мне мультик пишет, что пошел, белочка пишет, что пошла. Я не хочу выбирать, потому что сейчас забор, это, во-первых, время, во-вторых, у вас 4 и 5 часов. Отдыхайте. Всем спасибо.